Пуджа. Но тут сама мама велит взять Тини. Мама кричит с той комнаты. Тини бери, дурачок, говорит. Я такой, ну понятно. Оу, найс, дилей. Прикольный. Нет. Так, ну это 83-е. Ух, там, ух, блин, там такую жесть понапикали. Tormented. Good luck, have fun. Good luck, have fun, Kuru. Kuru, Kuru. Скуру взяли. Руну помогут забрать? Там пожестче, по-моему, пик. Там пожестче пик. Там есть какой-то баланс в пике. ХФ, ХФ, поехала. Welcome. Yep, welcome. You wanna play so fun? So fun playing. Denied. Все, можете идти, товарищ Потма. Спасибо за ваши ароу. Подписывайтесь на канал Потмы. Ставьте лукасы. Так, ну... Не хватает маны мне на прокаст тотально. Сапожок возьмем. Лол, хотел Д написать. Слишком агрессивно выглядело. На топ-руну. Да, монетка, отлично. Ну, фармит транквилочки себе. Спокойно. Спокойно стоит. Не парится, линия постоянно на нем. Не буду линию пушить. От этого крипа заберу. Будем чилить. Все. Ну тут блочим. Линию. И норма. Some fun. Ну, не добью, не хватит дэмэджа. Этого тоже. Печально.
приносит себе ботл. Руну. Ну, руну на низу он заберет. Жаль, что не его подкинуло. Было бы поинтереснее. Там баунти будет. Эх, шестой бы сейчас. Смерть тут. А, нет, 3 хп. Найс. Убегу, интересно. Убегаю. Найс. Прекрасно. Интересно, куда Бальта пошел? На нижнюю руну? Или он вообще на Б пошел? Найс, почти сдох я, почти. Почти сдох, это... Почти есть почти. So close, близко. Пойду дальше на центре пинать крипчиков. So much fun. Nice. Надо руну. Плохо. Нас там на низу фидят. Страшно. Погнали на бот. Ух, какой хук.
мог на самом деле попасть. 500 хп у ТБ. Ну, вниз надо выйти. Ребяткам помочь. Сгангать. Немножечко. Иду ганг, да, именно. Иду ганг. Сейчас посмотрим. Ну, к сожалению, сейчас день. Днем тяжелее гангать, но... Найс, можно, можно, можно. Го, го, го. Просто можно. Просто можно. Найс. Пойдет. Вот тавр побьем. Боже, как же тени лопит, лупит-то. Прям меня лупит. Понимаю. Хорошо, есть дагерок. Тайминг, в принципе, нормальный. Сюда какая? 9-я минута. Пойдет. Более-менее нормальный тайминг. Сейчас Бальта пойдет на топ. Ну, попробуем. ТП, дагер. Не, он оставляет. Вставляет. Блин, ПТ-ху не переключил, накосячил. Найс. Сюда бежим. Боюсь хука. Аппаратус. Буджаниус тут. Буджаниус тут. Опасно. Опасно слишком. Надо вардики агрессивные ставить, ребят, и пробовать это соло. Спасибо за подписку. Соло пытаться это тащить. Потому что это такое. Эмбер у нас такой. Сейчас начнем, сейчас начнем. Надо пуджа немного подзамедлить, потому что пудж... Он будет раздавать в любом формате. Пойдем на низ. Зафармим ская, пойдем в лес. Поставим вардики. Поставим агрессивные варды в лесу. Ой, там кто-то фармит. Но у меня было видно. Уходят, уходят. Ну, поставлю вард. Ставлю вард. Все, они все стягиваются под друг друга. Че, баланс 4, то 4. Есть такое дело. Шрак. Я дальше не пойду. Возьму батлину. Руну. Поза. Уплотняется. Ну, ару не попадает опять. Печалька. Я хочу пойти завардить крайнюю точку. Чтобы видеть ТБ. А, ТБ на топе. Но все равно, в любом случае, завардим эту точку, чтобы их лес был моим лесом. Никого нету, к сожалению. И ТПшечки тоже у меня нету. Курица не апнута. Нагу там гангают. Скорее всего, на нагу там еще выйдут, да. ТБ что-то соображает, походу. Блин, ну тут часть карты я не вижу. Тут часть карты я не вижу. Тут часть карты я не вижу. Даже чувствую, тут возможно что-то тяжело как-то будет. Thank you.
круг хитпоинтов. И... Ну, блин, инвиз конченый этот. Когда вешается, персонаж тычку не дает. Берем руну и погнали. I'm trying. Ну я попробовал, типа, да? Так переводится, наверное. Пробую задушить ТБ. Не зря в артстейджиш. Нету, к сожалению. Ну, подеру, побью крипов. Мне тут 300 монеток осталось. Пацаны мид долбят. Ну, страшно мне туда идти самому. Сам я прыгну, я умру там, без лотара. Нужен лотар, был бы лотар, я бы прыгнул, да, без базара. Без Б. Без Б, как говорится, я бы прыгнул сразу там. Попытался бы дать какой-то минус фраг. Упса. Упса, это может стоить мне жизни, так сказать. Грибы не подблочат, а все. ГГ. ГГ, ошибка, ну надо было лотар дофармливать. Надо было лотар дофармливать. Ох, они его убьют наконец-таки. ТБ с Маднесом, конечно, долбит нормально. Лол. Фейзы на дузе. ХЗ, первый раз вижу. Блин, ну надо доделать мне лотар. Ошибка была, 50 голды. Блин, просто постой, крипов побей. Но это жадность, убить надо, убить просто, понимаете. То есть это жадность. Это самая прямая, самая натуральная жадность. То есть так нельзя играть. Так, ну ХЗ. Ладно. Не будем наступать на те же грабли. Дофармим и будем играть спокойно. По 900 хп там. Ну, с комбинацией в любом случае они падают. Они там командой, конечно, бахать будут. Просто надо было засыпать. И все. Все, гоу. Сейчас будем овнить. Сейчас будем овнить. Курица, жаль, не апнутая. Печалька. Ждем курьера. Джаниус хукает, не попадает, к сожалению. Так, есть хейст. Можно с хостой пробовать. Они все ушли под тэшку, я так понимаю. Заходим в Лотариус.
Я выбираю тебя. Покемон, я выбираю тебя. Он сентри поставил сюда. Рили, у меня просто вся команда в лесу стоит, пока я там пытаюсь игру делать. Пофармим тоже. Быстро левел проапал вообще жестко, потому что солировал там, убивал крипов на миде. Я бы. Но даже на опсы мне. Там у Лишрака много ХП. Б 1000 хитпоинтов. Не, мы это проиграем. Надо курапнуть пацанам. Слишком сложно. Хускариды в лесах, хотя не файтятся. Почему у нас наш варс, наш лес, наш лес это, заваржен? От этого я не прикалываю вообще. То есть вообще, по-моему, useless. Лес завардили. Почему вы вчетвером в лесах стоите? Ну, потма. Толку нет от нее, конечно, ничего не поделаешь. Вард надо поставить хотя бы на руну. Дефолт. Скай птица тоже хитпоинт покупает. Бежали в лесочек, пробежимся. Понаглеем немножко. ТБ где-то тут должен фармить, да, где-то фармит. Где-то фармит. А, вон он, лотарился. Гоу. Ох, махнется ХП. Отпускай его. Хорошо. Хорошо, Бальта засейвил сейчас по-царски. Дагер это плохо. Это ультра плохо. Придется дэмэдж делить, если чё. На топе леш.
Эх. Стронг, стронг каточка. Почти есть манта. С мантой будет попроще. Манта тут must have, просто там аппарат. Так, ну на миде все стоят. Ман туда фармлю и пойду реализовывать хейст. Кажется, даже могут сейчас изи на меня выйти через Бальтазара, через его даггер. Гоу. Манта есть. Манта есть. Так, ну вот этого пацана я не загрызу. Центрячок еще ткнул. Сейчас манту возьму и поехала. Дальше. Пойдем. Не через вард, пойдем в леса. Надо товара погангать. Погангать. Эх, аппаратус на топе. Укрепил хитпоинты. Уже не такой ватный будет. Укрепил хитпоинты. Тут стоит центрячок, я это точно знаю. Возможно, тут тоже есть сентри. Этого я не знаю. Бальтазубр тут. Не-не-не, я передумал. Я передумал, Бальта. Сорян. Она моя Мадонна. Ну, ТБ где-то фармит, это плохо. Это плохо. ТБ где-то фармит. Так, ну продавать стик пора, потому что мне нужен слот. Под ТБшечку на низ. На низ. Бежали. Хуза, никого не вижу. Никого. Может, Рошана бьет? Нет. ТБ. А где фармит ТБ? ТБ, наверное, тупо эншентов пылесосит. Потому что больше его нигде нету. Просто в лес хожу, в лесу нету. Да шо ж такое-то, ёпта. Бежать на всех парах. АМГ, просто АМГ. Блин, этот поганый ульт по тьмы, это вообще такая лажа. Только страты ломаются, чтобы, ну, не напрягаться. Не пытаться ластхитить. То есть, ну, не перекликивать через shift. Синк подфармливает. Полагаемое будет. Сейчас начнем пушить уже.
Забираем фарм, потому что тут у нас уязвимая точка. Тут мы не можем фармить. Блин, не знаю, очень пассивно ребятки играют. Нам нужно файтиться. Они у нас ксин, у нас хуск. А получается файчусь только я и что-то как-то пытаюсь что-то сделать. Но это мне совсем не нравится, честно. Пуджаниус спокойно ходит, потому что там мобсы стоят. Если вдвоем идут. Ну попробуем, рискнем. Рискнем, ну на свою. Ах, не успел. Сука. Блять. Не успел, блять. Был вариант или дагер, или ждать, пока пуч будет прыгать, оттосать его. Боже, ну это такой бред. Один, семь, три, два, три, четыре, ноль, три. 22 фрага. Из них 14, 15, 16, 17. В 17 я принимал участие. Я хз. Это, блин. Ну, блин, моя ошибка. Ну, хз, блин. Как? Тут, бля, у меня просто в голове сейчас перепуталось все. Что нужно было уже делать в такой ситуации? Там уже вариант такой, что либо... Ну, блин, я вообще рассчитывал уже на даггере уйти. И уже начал кликать, а тут тосать уже не вариант. Это бред. Это полный бред. Ой, ладно, ладно. Зафейлил, ну, зря пошел. Ну, а как тут не рисковать? У меня вся команда в лесу сидит всегда. 30 минут команда сидит в лесу. Я ничего не могу сделать, ребят. Просто 30 минут сидят в лесу. Надеюсь, какой-то импакт будет хотя бы от них. Я хз. Ну, будем стараться, будем... Буду стараться, хотел сказать. Буду пытаться. Потому что это так... Не доконтролил еще криво. Нажал на лишрака, но ничего страшного. Ничего страшного. Найс, под матом. Таверну. Ну, тупо леса колотят всю игру. Попробую добить и гоним свой уже поганый. Гоним и копейки. 32 минута, ребятки. Есть иллюжен. Иллюзии вообще классно будут, чтобы пушить. Очень полезная тема. Очень полезная тема иллюзии. Опа. Бегу. Не знаю, там... Пацанов поднял, такие пацаны, такие плечистые, мощные, сильные, поднялись и такие типа, come on, come on, guys, такие, хз. А чё, а, найс, не взял айтем. Летят айтема. Все есть. Аганим. Погнали, ребят, отпиваемся. Руны оставьте. Ой-ой-ой, дабл дэмэдж, надо успевать.
Сейчас с дабл дэмэджем напрыгнуть на кого-нибудь. Дай. Все. Голупить. Thanks for subscribes, my friends. Она моя Мадонна. Да. Дурачок на Одессе. Бэк. Curious. Надо curious. Я хз. Пульт аппарата сейчас будет лететь, надо будет уворачиваться. Есть Curious. Я на Б за кираской. На Б надо за кираской, ребятки, сходить. Так, есть Curious. А Егис надо слить. Слить Аегис и ГГВП. Но я сильнее уже не стану в этой игре. Все, это Кирас, это уже последний мой слот будет. Что Лотар мне тут в любом варианте нужен. Гем. Гем пуш. Не, я Егис бы слить, блин. Но слить так, чтобы не два раза сдохнуть. Оу. Оу. Понимаю. Но надо блочить. Надо блочить эту хука. ТБ. З. Опасно. GG, походу. Go. Next. We can push now. We can win this game.
with four players AFK. Найс. Тайминговый я ушел. Могли мне сейчас жопку-то надереть. Надрать. Надереть. Господи. Господи. Прикольно, мне нравится. I like when Бальтазар says... Господи. Господи, really. Забавно. Interesting. Interesting. Very interesting say. Language. Бежали Бальтазара искать. Лол. Так, мои крипи там идут. ГГ, да, ГГ. Но у них герои слабее. Ну, не знаю, у меня вчетвером немножко АФК, ребятки, были. One more time. Под музыку кинул, за это банк, кстати, получить можно. Yeah, what the fuck? GG. Go re. Бальтазар пишет go re. We can go. We can go again. Первая катка выиграли. SD. Опять снайпер попадается и Свен. Не знаю, но на Свене можно тут. Побить крипиев. Госвеном, ребят. Покажем на Свене каточку. Покажем каточку на Свене. Отличненько. Так вот делаем. Погнали. Смотрим, что будут пикать. Слеер. Слеер это будет просто тотальное обоссывание. Если он очень сильно будет, очень хорошо будет позиционироваться, он будет очень жестко задалбывать меня постоянно. Господи. Господи. Ой, Shadow Fire, Nerubian Assassin. Венга, 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 го. Дамаги будет аура. Берется у нас Венга. Давайте, ребятки, сразу быстренько на руны. Поехали. Поехали на руны. ХЗ, походу буду забирать. Сколько там станов? Раз, два, три. Три стана и два РДД. Три РДД. Ну, ХЗ, надо пробовать. Надо пробовать. Будет от Хэги кидать. Ах, все, забрали. ФБ, найс. Го, там же стрелы вкачаны. Там
Там стрелы вкачаны. Надо было. Далее. Ну, нас взяли ФБ. К сожалению, не взяли руну, но взяли ФБ. Это окей. Это окей. This is okay. This is okay. Так, ну... Линию себе ломаю сам. Там стрелы, но надо забычить просто и поубивать чудика. О, а тут вон оно чё. Бад. Походу не будет тут фарма мне. О, курьера убили. А, я провтыкал. Господи, руиню. Я провтыкал. Это рили, сейчас я провтыкал. Я забыл, что за эту сторону курьер так умирает. Так, аппарат на центре, конечно, это такое себе. Мне кажется, мне надо было идти на центр. Куджик, пожалуйста, давай. Найс. Хорош, Пуджаниус. Забрали таки, воспользовались преимуществом. Хз, надо соул, походу, брать, потому что фармить мне так не дадут. Руны контролить надо. Бальтазара убивает у нас воем. Найс. Аккуратно подфармливать. Надо соул сделать, ребят. Че там, Пуджаниус умирает, да? По нету. Пудж не сдержанный какой-то. Че мигаешь? Вот мне просто, я не знаю, как мне подходить, кошмарят очень сильно. Моноберн, все мне. Все тебе, Азес, на тебе. Моноберн хочешь? На тебе. Стрелу хочешь? На тебе. Прям душат по-страшному. Так, ну будем прятаться в лесочке и кушать крипочков. Оп. 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 Ага. Нужен сапожок, ребят. Сапожок и соул, чтобы с соулом тут просто спамить. Можно убивать соул, даст и поехало. Все, надо фармировать как-то. Какой хук надежды. Хук надежды. Зе, ну фарма особо нету. Я голенький, Пореченков. Сложновато. ГГВП. Ахмана кончен. А, моноберном соснул. Ну надо, блин, хз, надо. Нет, мне айтемы надо. У меня айтемов нет. Хуком должен добивать, а она из хуком не попадает. К сожалению, не хватает рук. Забойник убивает, это смешно. Пуджаниус. Здесь сапожок. Возьмем вот так вот. Надо фармить. Выфармим. Это временные сложности, что бойник убивает. У нас тут нету вардов. Выфармлю. Главное, чтобы Лина особо не вмешивалась тут. Да так все неплохо, вернее, нехорошо. За подстан стал. Хотя бы пуш фарм не забирает, это уже радует. Овнен Бальтазара, блин, добиваю. Чайка. Мне кажется, бойник уже пришел. Будет бычить. За стан, мне кажется, они могут меня разобрать.
страшно мне тут стоять. Опа, вот он, герои войны. Hero 4. Сейчас возьмем соул, будем увереннее стоять. Будем подспамливать, потому что тут без спама, походу, никуда. Есть молоток. Молоток. Нерук ушел. Еще, лис. Хуч может подытывать, подловить. Хукаю. Вот сейчас надо было хукать, я бы подстанил. Я бы подстанил. Ну не может, Пуч, не может. Главное, чтобы сейчас вылазки не начались волшебного мидера Бальтазара. З. Так, ну шо? Шо на народ? Погнали на. Так, берем стик, один крип. ОМГ Свен. Ну что я сделаю, если он тебя под табором прям? Блять, пока. Вот никогда не пишите дауном в играх. Никогда, ребят. Не дают фармить. Но зря этому дурачку начал писать что-то. Ему, ну, посмотрите даже на его затар. Бестолково таким людям что-то объяснять. Ему можно только сказать, что он делает неправильно. А так, смысла ему нету вообще что-либо говорить. Так, ну ТПшечка. Нету ТПшечки пока что. На топе фармить не дают. Ульт аппарат. Ой, аппарат вообще что-то не то наюзал там. Очень плохо. Плохо навязал. Сефиуса бы убить. И кента мы не потянем. Можно выходить в роум, в принципе. Кто-то в лесочке тут курит. Печалька. Я знал, что не нужно так подходить туда. ГГ. Где Пуджик? Вот он, пришел, вот он. Пришел. ОМГ. Пудге напишем. Блин, ну хз, ребят, надо фармить. Вот это бестолковая такая беготня. Без саппорта, надо было идти на центр. Печалька, нас обоссут, походу. Ты ничто, пишет мне. Понимаю. Ну, тогда ноль реакции. Хорошо. Окей, play. Now.
things to do. Very subtle. For now. Да, типа нет реакции, у меня пишет, что я типа вообще ничто, ни о чем, а you are not nothing. Я хз, он без сапога вообще. То есть ему в кайф так играть. Не успею, наверное, отвести вот здесь вот полосочка. Не успеваю отвести, найс, это радует. Стакну себе. Фармим пока спокойненько. Армлетик надо. По-любому надо забирать и уходить. Выехали, да? Понял. Что выехали, пацаны? Китуху убили. Бля, я сейчас куплю гем, я отвечаю, но это смешно. Челик на пудже заруинил, конечно, мне линию. Ну, там, не знаю, по пику само. Надо было что-то попроще взять. Ну, просто дали бы фарм, я бы... А так меня, видите, бегают. Но зато пуджик с брасером фармит стоит. Ладненько, может, камбэкнем. Может, камбэк. Как сказал Пуч, у меня нет ноль реакции. Ну, сейчас, да, я прогулял. Что меня Боник убивает. Ну, потому что не туда сорил, не себе под ноги. Не суть. А типа он 0.5, 2 ассиста, и то из них... С моей линии. Сам Боник просто возьмет арчит. И ой, как будет больно. У меня до сих пор нету ничего. Пришел Неруб. Что там, Венга? Только Венга с опсами бегает. Ну, там Боник будет роумить. Он будет сейчас спокойно заходить под Т2. Будет у него арчит. Он будет меня просто изи разбивать. Их 4 тут. Какой байт. Я не на ту роль сел, мне надо было идти на мидера. То есть, чтобы соло эту игру пытаться выигрывать. А не смотреть вот это вот, то что сейчас. Вон, пуджик, сапожик купился наконец-таки. А, там ЕУ. Какой смысл тогда кастовать мне что-либо? За меня, меня беспокоит Боник. Очень сильно беспокоит. Он на руф. Все. Ох. Ох. Норм. Сентри надо. И выиграем. Блин, как вот? Как вот, что вот? Либо вард стоит тут уже. Боник себе поставил. Крипа откинул. Ну, я там не достал бы в другом случае. Хз, буду в армлет выходить, пробовать. Тут опс надо чекнуть.
Не ГГ. Brethren's town is under attack. What we do? Ну вот, мол, видят же, ребят, ну поставьте сентри, ну выйдите, ну почему путь АФК? Ноешь, хватит ныть. Это так называется, да? Ноешь. Это не ноешь, это бесполезный даун на Пудже, который пишет в чате. Что-то еще. ДЦП просто. Это просто ДЦП. Лотар СФ. Они нас просто гнобят, потому что у них посильнее ребятки играют. У нас Пудж, который бестолочь. Мне, я не знаю, как мне тут камбэкать. Мне очень слотов много надо, а мне негде фармить. Мне просто все вырезают. Весь фарм. Бегать от них по всей карте. О, да там до гера. Они просто сейчас могут собраться в пятером и закончить эту игру. Вот рили. У них это не составит труда вообще. Так, ну и все. И пошли все на центр, походу, да? Пуш полезный. Очень полезный. Пуш очень полезный. Это радует. Радует, когда в команде полезные пуджи. Это моя команда. Все. Ну, ДЦП на Пудже. Боже, что-то еще пишет там. Ну, я не понимаю таких людей. Просто лох на Пудже. Просто лох на Пудже, что-то еще пишет. Пойду поставлю варды за свою команду. Что-то я там не то купил, да? Не говорите? А, все, найс. Фух, радует. Знаю, как мы там сейчас их будем убивать, и сэр сделает БКБ, и мама не горюй. Хукай. А, не, хука не будет тут. Ок. Да ну это смешно, рили.
Фу, да, жесткий насос, конечно. Really, no, no mid, no win, really. Если на мид не иду, тут никак не вин. Это, вот это челик даже хуком попасть не может. О чем речь? А винить, конечно же, будет меня, что я useless там. Вот и чё? И чё? А где кнопки? Где кнопки? Меня убивает Боника, где кнопки? Наконец-то. Рили. Нажали кнопки, это радует. Но я ласк, кто не написал ФФ, пусть если зайдут, то ФФ будет. Так, что там, когда у меня будет уже армлет мой? Армлет, к 90 минуте армлетик будет? С армлетом я могу, ууу, дела какие делать. Армлет, даггер, и там уже можно не беспокоиться, по сути. Мне просто, я не знаю, нужно либо позиционку держать, какую-то вообще неистовую, чтобы вообще не умирать просто, либо... Либо я не знаю. 400. Ну, чуть-чуть осталось. Гоним там. Не знаю, стоит ли нам драться. Ну, Боника нету, гоу. Подеремся. Пойдет. МБ. МБ. Коур. Оп. Бонику ГГ там должна быть. Знаю, мы можем еще выиграть, в принципе. Шансы есть. Бегу, useless путге. Боник ошибается, Боник умирается. Главное СФ от БКБ не встретить. СФ фармит. Ни одного тавера не спушили, печалька. Ну блин, если перетерпим БКБ даггер там. Я раздамаживать буду там. Я не думаю, что там ультра жесткая позиционка у ребят. Шо мартредка собирает? Не знаю, пока. Пока не знаю, что собирает мартредка. Убивайте, убивайте. Без стана она ничего не сделает. Бей, мортра, бей! 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 Блин, ну чё за... Надо было сразу лупить. Сэв берет Егис. Не, сейчас все же с Сэфом они пойдут. Last way. Last way пойдут с Сэфом. С Сэфом пойдут last way. Чалька. Now.
Сеф там, господи, шо со Сефом? Ору там со Сефом, вообще жесть какая-то происходит. И Сеф просто шестислотовый. Не, я передумал. Хотел бы кануть жестко. Рубчик там. Чел, не разговаривай, ёпта. Ёпта. ГГВПа, ёпта. If you are noob, all of you suck, except AA. Нифига, как он 1-8. Эй, чё такой дэмэдж жёсткий? Бля, ГГ. Ладно, гоу, заканчиваем. Не хочу. А чё? А я не могу FF писать? Last тут остался, пуч, наверное, остался. Тогда я писал FF, значит. Не, ну если бы я пошёл на мид, возможно, что-то я бы ещё, может, и сделал бы. А... так без саппорта фармить ВС-бойника, стоять, это смешно. Это смешно. Ой, вот он, герой войны. 1-8. Играть будем, пацаны, сегодня. Типа, можно хук хоть сегодня увидеть, пожалуйста? Ты можешь хук хоть дать разок? И подходить я боюсь, потому что Лина меня сразу шотнет. Там 1400 хпшек, хпшек там ГГВП просто. Вот у него фулман, он... Where is hook? Where is your hook? Идиот. Сейчас будет хук кривой. Понятный такой. Да, да, да. Давай, пуч. Давай. Давай. Он даже убить не может. Там слишком много есть айтемов. Нам только станами откидываться. Только станами откидываться. Ох, что-то ТСФ 17-го левела. Обоссали. Обоссали меня на лице прям. Вот тут вот. Классика. А, бля. Ну, 1-9, и что сделать? Саппорта нет. Пусть заканчивают, не знаю. Тут я по слотам, я не вывезу их. Слишком много слотов надо. Тут 1x9 гейминг, если только делать. Потому что, ну, Венга... Венга настилила фрагов там со станов. И типа, ну, думаю, что полезно очень. Там Роуми что-то сделал.
Пуч что-то думает, что он овер полезный. То, что там, типа, один раз хуком попал Бальтазара, думает, что он мега полезный, хз. Пусть несут. Бестолково абсолютно что-либо делать. Даже в тиммейта не может попасть, хз. Бестолково, очень слабый игрок. GG. Найс катка. Джаниус полезный. Хз, надо было другого перса брать. Я думал, пофармлю, дадут фарм. Не. Не дали. Не дали, просто не дали. ГГ. ГГ. Просто ГГ. Обоссали, пацаны. Без саппорта, конечно, слишком тяжело. Слишком тяжело. No meat, no win. А, не, не, мора, ты игра со мной. Пальцы на 10. Kako igra, da ga ubacim za balans? Ekstra. Pa ne znam kakav je ovdje. A onda ćemo ga dole. Snaći. A nemoj, ne znam da će se snaći. Ovdje on igra sa mnom na drugu. What the fuck? Nifiga muzika. Podrubila sama. Aru, prosto aru. Če tam? Процент. Хз. Ну, пуч. Выиграл. Пучик выбрал. Выиграл. Ничего страшного, на самом деле. Sorry, asking, Miss Baltazar is your girlfriend? Yep. She will start streaming probably soon, so I will share channel once she make it. Тоже типа стримит с девушкой. Типа скинет сейчас канал ее. А да, ты слот. Low points, I don't have 25k. Займа ждем, плюс 2, плюс 1, поехала. Плюс 1. Что-то на топе, вот я сейчас думаю тогда о той игре, которая была. Что-то на топе произошло не то. Печально. Блин, вот такое. Я еще фир с пиком пикнул, могли там подстроиться изи. Ну ничего страшного. Okay, players who don't have points, they have less advantage to play. And solo, this guy is not good. 4-9, really, челик.
4 капоинс. Да, печалено. Печалено, что эту игру, конечно, проиграли. Причем вообще в салат. Просто Бойник меня всю игру по карте бегал, гангал. Вардов, Сентрей. Надо там просто миллион. Там Пуч, там просто Пуч должен играть. Там не я должен играть. Я должен спокойно стоять, бить крипчиков. Убегать. А Пуч... Ну, ноль. Ноль Пуч. Пуч-то ноль еще. Пишет в чате, типа, не пиши. Типа, ты там сам ноль. Ноль реакции. Хотя сам... Бестолочь тотально. То есть это 90... Чисто 90% людей так и делают, что типа... Если проигрывают, то обязательно... Ну, или если сами по себе слабоваты, то нужно обязательно на других нападать. Типа это норма. Это норма, бро. Это норма. Типа... Не защита, а нападение главная тема. Так, ну ждем плюс один и поехало. Ну, изи обоссали. Изи. Поехал ласткатка. Ласткаточка поехала. ХЗ, тут только торменты дам пытаться что-то сделать. Потому что других персонажей у меня нету. Паратрум. Баратрум. My tribe is proud and strong. The storm is coming. Блин, ну скучно будет на этом персонаже играть. Ну, у меня нет варианта не идти на центр. Это просто какаха будет. На центре меня будут гангать. Мама, не горюй. Тракса. Гиро, ух, будет очень больно на самом деле, я не знаю, тут просто очень миллион дэмэджа, Лешрак еще будет, Лешрак будет досаждать на центре, это будет очень неприятно. Ничего, попробуем, попробуем. Попробуем. Извиняюсь. Забираем руну, да? Бойник хотел что ли взять, что ли, я хз? Зачем? Зачем брать руну мою? Файканем, типа, вард поставлю. Как это обычно делается. Кто будет? Зус на центре, да, будет? Это хорошо. Пойдет. Три стика уже есть. Боже, что он там раздал на Бальтазаре-то? Ну, у Зевса я зоню, но... Баратрум придет, начнет зонить меня. А Бальта на этом, на вертике вроде, да? Да, Бальта на верте. Промах. Боже, что за промахи? Печалька. Погнали на топ руну.
Ой, там каолин. Я так не люблю каолинов, ребят. Это просто жесть. Так, но есть много стиков. Много стиков есть. Восемь стиков, это хорошо. Линию надо запушить на себя. Выравниваем линию. Хорошо. Так, а где Зивсич? Бля, я не могу добивать, надо нулик собирать. Без нулика вообще не серьезная игра. Стою ВС крипов и не могу крипов добивать даже. Божечки. Эх, гоняют, будет гонять всю игру вот так вот. Ну, Зевс умеет выигрывать, я его просто обоссу в игре. Вот. Я его, в принципе, уже обоссал, он ушел с линии. Но... Не знаю. Блин, обидно, очень обидно. Но не добью. Тороплюсь. Стопэ. Боже. Нас Банни Холлоу АФК встал. Ох уж эти трансляции какие-то непонятные. Пойдет. Главное, что бара не перебежался. Они гоняют Банни Холлоу. Я не буду там помогать даже. Китрайт. 0-4-0, пацан. Ну ничего, ничего. Может быть, справимся. Бальтазар фрифармит. Реген. Регена я люблю на этом персонаже. Очень монопульный перс, которым очень много маны надо. Попинаем леса немножко. Бара побежал куда-то. Звук был. Посливаем ману чуть-чуть, чтобы в крипов дать. Ох,
Ладно, сам в магаз схожу. Будет проще самому сходить, потому что курьера тут не апают до 30 минуты, это норма. Астракса тупо в лесу стоит. Бот никто не стоит у нас вон. Люкантроп. ФКшный. Ракета поставлена. Отойду лучше. Там даггер. Даггер, походу, у него, если я не ошибаюсь. Монета. Ну такое. Прикольный чел на люкантропе просто всю игру стоит АФК. На спауне. Все, пошел на низ фидить. Ну пойду. На самом деле, знаете, что сделаю? Попробую подсейвить этого дегенерата внизу. Просто встану там. Бара на него сагрится. Побежит. Я надеюсь, там нету варда. Он просто будет АФК там долбить крипов. А, там вон оно. Блин, на мид надо было ТП делать. 4 на миде. Да, у Верта даггер. Да, я не ошибся. Я не ошибся, что у Верта даггер. Интересно, на руну кто-нибудь пойдет? Мне бы инвиз какой-нибудь на эту руну. Эх, ну мид вчетвером ломают. Каолина мы вряд ли убьем. А, вот Верт идет. Верта я заберу, по сути. Надо... Ага, ну там вард стоит по-любому. Так думал, вард стоит. Я так думал, вард стоит. Пойдет. Найс. Пойдет. Вот пошел на центр, сразу игра совсем другая. Я сразу, я знаю, что делать, я ни от кого не завишу. Солбустер почти есть, солбустер соберу, уже плотность будет хоть какая-то. Есть солбустер, пойду соберу. И пойду на низ руну, выйду сразу. Есть, отлично. Вертик на топе, но мы будем на низу пока. Пока на низу замутимся. Возьмем рунку. Ага, вертик, верта у нас...
просвечивает. Если выйти хочу на центр. Блин, что там за руна была? Четыре на топе. Тракса умирает, лол, а чё? А, ну понимаю, ладно, пойду на центр. Сменим позицию немножко. Зена под сейвах, пацаны стоят. Бара бежит, бара. Пара. Четыре в меди. Гоу. Гоу. Ну я не в состоянии был попасть там никак. Слишком далеко. Интересно, есть вард? Бальтазор. Блэдмейл делает. Дабл дэмэдж. Ну вообще юслесная руна. На самом деле. Stand and fight. Знаю, опасно будет сюда выходить. Пробуем сыграть, если здесь он будет выходить. Здесь я его быстро убью и уйду на ТП. Если меня на крест не посадит. Стремно, никого нет. Никто не выходит. Почти есть, короче, уже. Кунка пошел, осмелился, поставил вард куда-то в другое место. Бара идет сюда. Ага, понял. Понял, пацаны. Понял. Здесь я сейчас попаду с киллами. Use Bloodstone. How may I serve? The storm is coming. Take heart, young one. The Earth Mother is here. Печально, у меня опять лесники чисто, как будто карты нету вообще у нас. У нас тупо лесники, у нас нет игроков, у нас есть лесники. Я думаю, я это выиграю, нужно только сделать даггер еще некстом. И вард купить, наверное. Такое себе. Иллюзий самый юслесный, по-моему. Для меня. Рун. Боже, ну реюзают курьера. Ну, невозможно, ребятки. Озхи. Дайте мне куру, алло, ну сколько ждать? Все, играйте там как хотите. 0-6-1 у нас там. Не знаю,
слишком сложно будет это выиграть. Стою крипами Last Hitch'у. Иллюзиями. Я не знаю даже куда выходить на линию. Нужен дагер. От Вижена играть. Там сейчас БМ сделает Бальтазар, будет хреново. Так, ну на низу походу какой-то файт. А, не, на миде. Что-то там происходит. Все на миде втроем. Почти есть дагер. Там сделают по блейдмейлу, мне будет очень больно. О, моя любимая руна. Моя любимая руна. Обожаю просто эту руну на этом персонаже. БМ сделал Бальта. Че, попробуем? Все, он пойдет по речке. Так, ну еще 1200. Еще мана есть. Еще мана есть. Я умру тут. Блин, так глупо просирать так Бладстоуны, это очень вообще глупо. Ну дагер нужен. Ладно, я мид снесу. Жаль, что я не засуицидился. Печально так терять Бладстоуны, ну не знаю. Там миллион центрей. Еще зест вторым. Но там вард на руне стоит. Он изначально. Он... То есть, ну как, меня видели, что я иду по руне. Я уже забрался. И, естественно, он не так... Не просто так дал болт. Потому что они знали, что я там иду. Сейчас дагер уже будет. И БКБ надо рашить, походу. Внизу крипов забрать. Володька на Люкане. Хоть что-то. Печалька, я не люблю вот такие игры, когда 1x9 что-то пытаешься сделать. Так, ну там блейдмейл есть уже на Бальтазаре. Вот они вот так вот просто ловят и убивают. Есть дагер, это хорошо. Может Юл попробовать сделать? Там очень много способностей, которые надо кайтить. Но, блин, мне и БКБ тут надо, жесть как. Я хз даже. Руки разрываются. Руки разрываются, что собирать. Вертик там. Он знает, походу, что я тут стою. Пробую не Ставерс отпинать тогда. Блин, или тупо БКБ зарашить попробовать. Все, иллюзии берут с собой.
Ishnu Pura. Eashush Amen. Ishnu Pura. Take heart, Earth Mother. Our brethren's tower is under attack. For honor. Виз, это отлично. Зевс со Бладстоун. Eashush Amen. Gladly. Precisely. Ishnu Pura, Earth Mother. My old bones take heart, young one. The storm is coming. Precisely. Eashush Amen. Gladly. Он канониста поделает. Видели, видимо, меня в лесу. Да. Походу увидели меня в лесу. Ага, Бара бежит куда? Бля, ну заебали они, пиздец. И как будто знают везде, где я хожу. Я вниз иду, они вниз все идут. То есть они, бля, я постоянно или на вардах стою, или хутор его знает. А, бля, ну даггер или БКБ, что? Выбирай. Даггер, блин, даггер есть, что надо сделать? БКБ мне сделать. Дам вот эту хрень. Блин, стики прожал случайно, да ёпты. 4 Бладстоуна, ну это не серьезно. 4 Бладстоуна. Вот, ну сейчас его дебила этого убивать буду. Просто чекайте, Бара будет бежать. Зная, что это дурачок играет. 1-7. Откуда у него один фраг? Это смешно. Ну я не знаю, они друг друга подсейливают, стоят. Я прыгать буду. Буду прыгать. Как ты поделает? Вверх ты поделает. Попал? Найс, я попал станом. Это мне очко засейвило. Зевс реснулся уже. Тоже БМ есть. У Барадауна. Next. Бля, пиздец. И они все равно на топ идут. То есть там Бара стоит, все равно на топ идут. Блять, где у них варды, я не знаю. Ну я сейчас сам затупил, сам пошел как дурачок. Идите, Рошу. Сами. Моя ошибка. Надо было уйти оттуда. Я знал, что там Блейдмейл. Но пошел. Ну я бы его и через Блейдмейл убил бы, не нажал бы. Но не суть, там... Каолин, хрен с ним, но еще и... Ладно, Зевс еще подошел. Почему-то они пошли на топ, то есть на другие лайны у них мид шел, пушился. То есть, ну, по логике вообще, их по логике не понять. Ладно, сейчас будет БКБ, буду играть с БКБ, потому что так невозможно. Просто не дают. Просто не дают играть так. Просто так не дают играть. 4 Бладстоуна, засуицидился. Ну, не знаю, сейчас попробую забрать крипов на топе, это будет БКБ, если же не дадут... Кунка на миде. Не дадут, это будет, конечно. Забрали, ушли. Пойдет. Надеюсь, со мной никто не выехал. Дали дальше. Мана регена вообще нету сейчас уже. Ага, вон они, пацаны. Блин, ну мне бы БКБ. До БКБ чуть-чуть осталось. Есть БКБ. Надо отпиваться. Так,
Ладно, нету. Бальта, надеюсь, не будет прыгать. Жаль, бальта нет. Ну, хотя бы бладстоуны собрали. Боник, молодец, что-то раздамаживает как-то. Но пока туговато. Но сейчас есть БКБ, уже будет намного проще. Блейдмейла игнорить буду. Так, ну рун нету, погнал я отсюда. Далее попробуем. Далее что попробуем собрать? Аганим. Не знаю, тут Зевс много делать, Хекс буду делать. Пацаны Рошана хотят. Иду. А, забрал. Ну, спину буду заходить, мана есть на ульту. Пойдет. Жаль, руну не взял я. Но с другой стороны, если бы я взял руну, то Каолин бы так не забычил. Пойдет. Ну, 8 бладстоунов. Бладстоуны фармятся, и идет дело все. You're interrupting my Ishnu Pura. Your honor. Take heart, young one. They are Shush Amen. Там руна есть уже. Эту руну заберу. А, Конка пошел, забрал, скорее всего. Ах, он на низ побежал. Черт его побери. Так, ну что ж, худ есть там. Кавалина. Иллюзия. Не знаю, есть ли смысл делать ЕУ. Игра будет мощная. Ну, беги теперь, как в последний раз. Беги просто. Поехали. Так, травела тратить не буду, вдруг понадобится куда-то чапать. Я бы пошел погангал, сейчас день. Днем гангать само то. Гангать. Интересно, будет кто-нибудь на руне?
Ashush, amen. Gladly. Gladly. Не Ашуш, амен. Пакету. Gladly. Precisely. Gladly. For honor. Не Ашуш, амен. Идет. Gladly. Не Ашуш, амен. Bottom lane, we can push. Precisely. For honor. Precisely. Gladly. Precisely. Gladly. Gladly. Hey, Ashush, amen. Там Лотар, он думает, где? Где БКБ? А мы можем их выиграть там, победить. Надо вместе. Надо вместе только. Relax. Так, ну есть почти БКБ. Вернее, оно уже есть. Да, ну, не хочу я жать кнопки. А придется. Ладно, вот этого пацана. Ну пойдет, миссанул станом, как обычно, но... Конечно, такое, но запушено все равно в любом случае. Мы снесем ХГ сейчас. На езу, так сказать. Так. Тек, хекс, возьму. Хекс-то круто. Хекс уже есть, можно сказать. Есть иксуля. Кто бара на миде? Ну бару. Пока трогать не буду. На пятерку ставим хекс, чтобы было попроще. Все, я фул, можно идти. Бара сразу схватил. Но не могу. Бальтазара попробовать. Идет. Ну жаль, Баратрон сразу схватил. Видел, наверное. Amen.
Хз. Боник молодец, выигрывает. Много чего делает на самом деле. Так, ну я сейчас буду в наглую прыгать, фиксовать просто. Ну, мид пошел, выиграли все же. На тени, конечно, попроще было играть. Потому что там всего две кнопки. Пойдет. Третью сторону. ГГ. ТГГ. Я по хп просел. Оле. Пойду на базу. Или не надо было на базу идти. Ну там бара. А вот он барочка. GBM all. От капсов победителям. Go next, окей. Okay. Выиграли эту катку на изи. Бальтазара. Че там? Бальтазар сказал, кто выигрывает. 50 капсов всем дает. Прикольно. Окей. Okay. Прикольно. Прикольная игра. Сейчас третья игра будет. Не знаю, на третью посмотрим. Надо в любом случае идти на центр. Посмотрим, что будет за персонаж. В любом варианте надо брать мидлейн. Чтобы важная роль была. True hard, так сказать. Айде там, райд моему. Ну, девятый слот, конечно, ужасный. Фидер. Давай твой земляк. Русь, луди. Или good game. Я се зебал, я сам купил овай блинк. Треба сам ичи керри айтеме. Мислил сам, да ће бити easy game. Ай, био би, да нисам фидо. Let's go, serious! Аз бил си най-смешния почетку, ево га мамо, ево га мамо! Все, Лаз заходит. Окей, guys, now we are playing. If they win again, they win 50 cups. Each player will win 50 cups if they win this game. So, так, пикну героя, отойду. Что там идет у нас? Стримчанский идет. Вайпер. Безотказно. Вайпер. Кит.
Ой-ой-ой, какие там персонажи. Омник, Дестройер, СК. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, ребятки. Что они там понапикали? Слардара боюсь, очень сильно Слардара боюсь. И, о, еще и Кунка. Ну, по пику они выиграли. Найс. У нас на Сларке дурачок. Уру. Лаедис. Хоть куру купили. Так, ну не дадут, да? Не дадут руну. Не дадут куру. Еще и побьют. Печалька. ВС Дестра. У меня шанса в принципе нету, я так думаю. Ну, может попробовать его задрочить. Блин, ну Дестер и Омни, конечно, мне придется диффуза собирать. У меня цешка работать не будет. Он себе дэмэдж набирает с астралов. У меня шансов его переласт хитить мало будет. Идет. Найс. Да, надо стик брать. Меня просто жесть как переласт хищивает. Стик идет. Сентрички, там фулл сап на кунке. Третий левел. Ну, просто или мисс вылетает, или просто не могу его передамажить. Ноль крипов в миде. Ноль маны, просто ноль инты. Ноль маны. За четвертый левел. Никак. У него дэмэджа очень много, он просто изи добивает. У меня 40, у него 90. У него просто дэмэджа очень много. Боже, первый крип. У меня три крипа в миде. Жесть просто. Мисс. Единственное, чем я могу его накаливать, и то я миссанул. Еще и Омник что-то хочет. Промах. Рили. Промах! Я ору. Это просто рофлы. Да божечки, хватит, пожалуйста. Ну и чё?
Так, ну 6 крипов. Такое себе, конечно. Перекрипил он меня жестко. Давай, астрал. Но тут прикол в том, что он меня ваншотнет, когда шестой апнется. Когда у него апнется шестой, я не знаю. Проблема тут такая. Боже. Хоть так. Потому что дюжи туговые с него стоять. Просто всех крипов забирает. Шестой левел. Лордариус там. Я не буду подходить, пусть крипы подходят сами. Жесть, конечно, он меня перефармил, но там шансов нету, просто в астрале постоянно сижу. Юслесно. Шторм фармит низ, ну а шторма тоже толку немного будет, я думаю. Хочет кинуть меня в астрал. Но сейчас меньше надо давать ему астрал почему-то. Потому что... типа там ультимейт уже. Ультимативная. Если он просто настакает на меня, это будет очень больно. Седьмой левел. У меня 13 крипов просто. Хейтер же, конечно, напишет. Да ты там last hit бит не умеет, бещ. Это ничего, что я в астралах сижу по КД. Просто астрал, астрал, астрал. Ну вот только сейчас есть вариант подзабычить на него и все. Пока астрала нету. Астрал откатится, все. Брат, начинается. Вазелин. Тэшка. Ну 40 маны. Все. ХЗ. Так, ну инта возвращается. Ну как ты убивать собрался? В наглую идти что ли-то? Это смешно. Стики есть. Да боже! Хватит! Хватит! Stop it this! Stop this, please! Oh my fucking god! Просто может на лоу хп так и стоять тут. Я ему просто физически ничего не наношу. Не, ну физически может и наношу, но... я просто по КД в астралах. Так, ну восстановим ману, потому что мана сейчас будет возвращаться. Тем меньше у меня манатпул, тем соответственно больше мне маны восстановится. Так, ну умник 6 левела пришел. Топ у нас обоссан в ноль.
Там еще пик у них такой, омник. Кунка. Это очень сильные персонажи. Не знаю, смысл, что я туда сейчас пойду в наглую. Курьера, естественно, никто не апнет. Курьер не апнут будет до 90 минуты. Это я вам вангую. А, ну их трое уже там. Начинают файты, пацаны. Пойдем, подеремся. Найс. Ну, ребятки, ну, несерьезно. Ну, раньше бы дал бы. Я не выживу уже, все равно. ГГ. Нет, тут не вин. Можно смело ливать тут. Я босс в миде. Там Слардар нормальный. Сларк да унёнок. Я в миде вообще просто ничего не смогу сделать. Просто ничего. Не смог даже сделать. Просто сидишь в астралах, нету ни маны, ни дэмэджа. Дэмэдж хрен с ним. У него дэмэджа много. У него очень много дэмэджа. У Дестра. Просто я для него корм. Стою на миде просто. Я АФК. Ничего не сделать. Ну, они эту игру выиграют. Конечно, не можно... Ну, промах, конечно. Начнем с промаха все. Там омники. Ну, они по пику выиграли жестко. Жестко прям, очень жестко. Все, опять началось. Лесная тема. Опять все пошли в лес. Что-то вот все три игры пацаны любят стоять в лесу. Неужели какая-то страта лесная есть на победу? Я не знаю. Ладно, я апну курьера, хз, я уже беситься начинаю с этих игр тупоголовых. Пацаны просто стоят в лесах. О, закрыт пацан. Все, астрал и все. До свидос. Все. Да, репел, все. До свидос. Репел, астрал, все, все кнопки. Так и играем. Да ну что это такое? Вот как выиграть Дестра, когда рядом стоит омник просто? Ну это не рили, просто не рили. Вон, смотрите, Сларк стоит. Боже, еще и Сларк такой ВС играет. Завер, не, не знаю, какой смысл это дальше играть. Армлет там уже. Да не серьезно. Фармить. Что там Слардар еще купил? ПТ армлет просто у пацана. О, мой Сларк соло. Фидит. Я в крипах застрял. Я тут не уйду. Ноль пять ноль, Сларк.
Просто 0-5-0. Долбоёб там на Слардаре тотальный, к сожалению. Не понимает, почему он выигрывает. Там Сларк и Эридар, и на этой линии, типа, со Сларком и с Эридаром они... Чё сложного? Ну, я начал. Пока Омника нету, надо убить Дестра. И все? И все? Вы уходите? Ладно. Просто избивание. О, догон. Понимаю. Догон, пацан, собрал. Даггер на СК. Не знаю, у них пик такой, как на алпике просто. Понапикали нужных саппортов, нужных... тут просто никак не выиграть. Перефит, оверфит просто. Сларк 0-5-0, который... Да ты сам 1-4-2, ничего не смог выиграть, мид Бальтазару, ты лох. Да там нереально выиграть, потому что там просто астралы по КД. Я даже его бить не могу, он меня перекрипливает. Там просто 90 дэмэджа на... Смотрите, сейчас умрет просто. Тут Слардар идет. А, он вниз прыгнул, Слардар. Ладно. Ну, им повезло. Им жестко повезло. Просто по пику. По пику повезло. По рукам вот этому нельзя было Сларка давать. Ну, там рандом, к сожалению. Никто не отменял. О боже, он кого-то убил. Давай, слабачок. Саппорты дикие там просто. Дичайшие саппорты выпали. Таких саппортов даже в АП не берут, а тут типа на РД взяли. Ой, на СД. Это рили. В
Very cool, very good. Знаю, Блэдмейл брать или нет. Попробовать диффуза зарашить, потому что там надо репелс скидывать. Не знаю, не хочу что-то думать. Страл. Все, кидается там. Просто репел. Кто еще идет? Там Слардар, по-моему, идет, да? Нет, Кунка. Кунка нет. Ну, засейвил, по идее, Астралом. А, не, это... Слардар бежит вот тут. Сларклай, Рэмпэдж, гоу-гоу. Господи, посмотрите на айтемы Слардара. Ну, просто я не знаю, как нужно было отстоять линию, чтобы такие айтемы у Слардара были. Просто ГГ. Если бы Шторм АФК не стоял, может, убили бы сейчас быстренько. ГГ. Жестко перекрипил, конечно. Забрали быстренько Рошана. Ну, 700 стоит у меня диффуз. Зе, надо попробовать доделать. ЦМ. Да, смысл ЦМ играть вообще, ВС них. Там у нас Сларк ломает. А, понимаю. Слардары всякие там бегут уже в лес. Почти есть диффуз. Деф. Можно куру? Опять диффуз надо тратить, да? А, ну все. Ладно, ГГ. Ну я пытался, хотя бы собрал диффуз для вида, что... Типа, ну как бы, ну блин, там нереальные саппорты. Это нереальная команда там. Там нереальная команда, очень сильные саппорты. Сларк. Омника бить надо. Он идет с СК убивать, как будто знаешь это. Вон, ну или, или его хотя бы. Что там есть Аегис еще? Да, еще Аегис есть, к сожалению. Ничего не выбили. Ой, ну это минус 2 будет. Уах, как хорошо прыгнул просто. 7 секунд, блин, был бы я, сейчас бы его убили тоже. 2 секунды моего реса. А чё, прыгнуть можно? Сегодня прыжки будут. Разрешены прыжки сегодня? Если бы Слардар сейчас прыгнул, я бы, думаю, забрали бы его. Так, вон он. Мне кажется, он сейчас опять прыгать будет. Не, не будет. Он с дабл дэмэджем прыгнет. С дабл дэмэджем он прыгнет. С дабл дэмэджем он прыгнет. Ну, я бы ДД снял бы с него. Пацан идет на дамаге. Цепляйте его.
Ой, блин, ну СК вообще не в тему ворвался. Юл. ЗС, Лордар без БКБ, начинаем камбэчить. Если сейчас воем, цепанет. Дефуз. Я не знаю, сколько мне надо диффузов потратить. А, вот это мисс. Мисс на крипа дал. Жесть. Репел повесил. Прикольно. А куда бежишь? Там Слордар. Он тебя догонит, куда бы ты ни бежал. С монеткой побежал, походу. Так, Яша у нас есть. Сейчас Сларк покажет, как надо. Нифига. Нифига. Блин, ну не знаю, тут диффуз просто по колдауну надо кидать. Омника там репела секунд. Сколько? 14 секунд КД, 12 секунд идет. Это смешно. Ладно. Кормушки. Просто. Кормюшки. Пойду на бот. Кормюшки. А, Сларк прыгать не хочет. Ладно. Да я ничего жать не буду. Найс! Найс, ты прячешь! Зачем-то? Ну, блин, зачем он его засейвил? Блин, это такой бред. Все делаешь, чтобы заруинить, так сказать. Хз, айтемы стоят на месте, печалька. Ну, диффуз сейчас кончится. Была 85-я, мы бы уже камбэкнули. Но это 83-й. На 83-й почти нереально камбэкнуть. Вообще нереально. Фух. Я возьму даст и все же, наверное. Я так устал уже, если честно, те игры играть. ШД сейвить с Лордаром, блин, ну такое. ШД сейвить с Лордаров там. Так, три диффуза осталось. Дезоль появляется у нас у Слордара. Блин, там Омник очень сильно сейвит. Омник очень сильно сейвит. Омник, кунка, кунка, да. Ну блин, я не буду объяснять все. То есть посмотрите на их пик. Это SD. Заметьте, ребят, это SD. Это SD мод. Что у них что выпало и что у нас выпало. То есть это хз. Хз, даже не знаю. Кто там
Шторма поймали. Но не на ХГ мы проиграем в любом случае. С Лордару повешали уже репельчик. Кдешится. Алло, но у меня хелп туда. О, найс. Ну, я сделал все, что мог. Добей его! Топает под себя. Ничего. А сейчас умрет же. Там стана не будет. Хорош. Кастовал. Ну, вайпер против слардаров таких ничего не делает. Не знаю, это бестолковая игра. У меня другого героя не было. Слишком тяжело такой вин. Мид. Если мид на вайпере не выиграл, то все, ГГВП. Тут. Как ни крути. Как ни крути. Это ГГ. Как ни крути, это ГГ. Так, ну что ж, попробуем еще раз что-то сделать. Боже, а там астрал, тут астрал. Ну, что-то такое. Дай кинуть. Я не могу достать до него. Просто я не знаю, я на фейзах. Я не смог ничего сейчас кастануть на нем. Не ульт, да ульта. Мне казалось, ренжа хватает. Потом уже хотел диффуз кинуть, потому что вижу, что ультимейт не дотягивается. Все, уже он просто убегает под пурги. И, типа, не знаю. Ладно, ГГ. ГГ-то, да тут давно ГГ. Пойдет. Ну, а смысл туда идти? Вообще не вижу смысла туда идти. Надо брать Dust и VS Sand King хотя бы, и все. Стоять. Слишком жесткая игра. Че по времени? Нифига, уже 3 утра, ёпта, блядь. 3 утра, надо уже спать идти. Я уж думаю, че так рубит. Вообще давно, ну вообще никогда до 3 не засиживался. Тем более сейчас-то. Блин, я завтра весь день просплю. Это жестко. Хекс. Понимаю. Понимаю. Все, нет. ГГ сейчас будет. А стан? Стан можно дать? Отвали от меня. Кажется, там сейчас туда идти, это смерть. А, ну сейчас до меня докопается. Боже, 2 тычки. Рэмпэдж отдает. Хорош. Слардар без БКБ выигрывает. Просто молодец. Рили. Really.
Слардар без БКБ выигрывает. Давай, лети шторм туда на фулману, там смерть Слардару. Он даун. Просто не знаю, как таким дауном проигрывать вообще. Просто тут слабые игроки. Рили слабые. Сларк ничего. Ну, блин, Сларк ШД должны были выиграть эту линию. То есть там ШД один выигрывает эту линию. Там просто накидываешь третий. Слардар ничего не делает. И все, вот вся игра. А так. А так, не знаю. Не знаю, какой смысл. Играть Слардару там. Фулл фри дали. Кунка Лотар. Сларк еще не наигрался. Походу. Верит в победу. А почему нет? Насчет ман. Ульт Слардара. А, ну хотя. Скади профитнее было, потому что он Даркпак там все равно снимет. Лол. Есть Блейдмейл, не знаю, чем он мне поможет. Не знаю, чем он мне поможет, когда я не буду успевать его нажимать. Когда просто Слардар будет прыгать. Он бежит. Дурачок. Он один, можем убивать. Почему ульт не нажимается? На кинте. Лейдмейл так себе зашел. Да блин, там посмотрите, какие слоты, там нереально. Сларк от чего умер, тоже я не понял. А, наверное, от ульты Сандкинга там больше никто не дамажит. ШД 1700 летело. КЗ, ну шторм убивает за счет того, что это шторм. Шторм сам по себе в лейте сильный персонаж. Я не убиваю, потому что если я не выигрываю центральную линию, а соответственно ВС Обсидиана там нереально ее выиграть, то ГГВП. Там два хикса. Алло. Просто не дадут тебе ничего сделать. Два хикса. Ой-ой-ой. Ах. Так сладко так они втроем стоят. Сларк идет забирать. Забирает обсидиана. И, соответственно, Санкинг уже будет уходить. Делает стоит. Да, ГГшка. Кто там умирает? С креветком. Креветку убили.
Слардар без БКБ, но в нормальной игре бы он отсосал, если бы у нас хотя бы, если бы вот эти ребята хорошо играли, но мы бы по пику проиграли тут в любом случае, потому что у нас саппортов нету. Мид бы я так и так восрал. Там нереально мид выиграть. Просто от астралов. По КД астралы и все. И все, ушел пацан. Не понял. Кентуха там. Загнал его. Там Слардар сейчас привет передаст. За две тычки. Чисто. Жестко, чисто жестко. Шторм на фулману летит. И в таверне привет передает. Да смысл, не иди туда. Прикольно, диффуз, кстати, работает. Вообще, то есть, как бы написано, орб-эффекты не стакаются. А, диффуз уже ж не орб-эффект. Да? Да, диффуз не орб-эффект. Фреш. Купил, он просто двух ультов убил. Польска курва. Так, ну не души на Слардаре. А, БКБ собрал таки, дурачок. На 42-й. С дичайшим перефармом собрал таки БКБ, пацан. Вот он сладко. Майло, что делать, пацаны? Пам. Пам и нет. И нет вайпера. Минус армор, и вайпер умирает. Уф. Для меня, он для меня специально держал. Вот. Специально для меня держал. Ну молодцы, выиграли. Мне кажется, изи катка для них была, потому что на миде я вообще ничего не сделал. Там на миде вообще ничего не сделать. Ну, такие вот игры. Такие вот игры. Damn. Okay, let's go next. XN, bro, let's go one more. Go. Лиза, saving your slot. Стал. Идет. Как звал вай Вуам наш? Вау, 2-0-1. 2-0-1. Не, в АО доня црта. Pa nula je Ander. Aj napiši je. Kako sam ti? Pa bila sam ti negdje na... Ok, XN bro, thank you for playing, man. GG. Everyone subscribe to XN. Aziz, he's also streamer. He's da streaming Dota 1. Ili u ili o. Kako je? Jel XN bro, share your channel, man. Share your channel in chat so people can follow you.
ne znam je li o ili u, majke mi. Wow, jeste, dobro sam napisao. Evo ga, hej Nurali! Ok, you have guys link. Link in chat, so subscribe on XN, he's also Dota 1 streamer. Okay, subscribe guys on his channel, I shared link in chat. Ох уж этот Бальтазар. Also, XN, you have moderator on channel now. Oh, thanks. Postiana. Kao I tebi. Ne znam time. Hello. Получил. Come on, Lisa, one game, one game. Kako ti to nje pišeš vamo I mi svi vidimo? Zato što pišem u gejmu. Pa gde je ona tu? Moonchild. A misliš kao gledat će te... Ne, nego je Moonchild, to je njen account. Jel? Da. A da je znam. A takije katečke. Where is my friend? XN bro, good night man. Thanks.